На сайте Добродел можно проголосовать за часть леса, которую очистят от сухостоя и валежника. 50 участков победителей приведут в порядок уже в этом году. Не оставаться равнодушными и оставить свой голос люберчан призвал глава округа Владимир Ружицкий на своей официальной странице в Инстаграм. Всего в 2017 году в Московской области планируется очистить от сухостоя и валежника территорию размером более 2500 гектаров. 50 участков победителей голосования на портале Добродел станут дополнительными. Жители Подмосковья могут выбрать из списка любой участок, который, по их мнению, необходимо привести в порядок. Старт голосованию за чистый лес на портале Добродел дал Комитет лесного хозяйства Московской области. Яна Яковлева, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.